Межрайинспекция Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан доводит до сведения налогоплательщиков, что федеральным законом номер 290 определены сроки, обязывающие организации и индивидуальных предпринимателей применять контрольно-кассовую технику при осуществлении ими расчетов на территории Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций. Обязанность применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 июля 2018 года для следующих категорий налогоплательщиков. Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющие патентную систему налогообложения, организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, осуществляющие розничную торговлю. Федеральным законом 349 ФЗ предусмотрено, в частности, введение для индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД и патентную систему налогообложения, налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники в размере не более 18 тысяч рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники при условии ее регистрации в налоговых органах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 года. В указанные расходы по приобретению контрольно-кассовой техники включаются в том числе затраты на покупку фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг. Возможность получения такого налогового вычета позволит снизить финансовую нагрузку на индивидуальных предпринимателей, возросшую в связи с необходимостью приобретения указанной контрольно-кассовой техники и обязательностью ее применения при осуществлении расчета с покупателем.